Гармошек в нашей природе очень много. То есть вот такая удивительная гармошка, которая называется саратовская. Вы ее еще не слышали, как она играет. Как она играет, у нее волшебные совершенно звуки. Удивительная гармония. И на этой гармонии трудно очень играть. Не каждый исполнитель может владеть такой гармошкой. Нужно приладиться, потому что она не такая гармония, звучание, как все остальные техники исполнения. Но нужно овладеть этой техникой. Для этого нужно много заниматься, много работать, чтобы научиться вот такому вот мастерству. В гости к нам приехал из города Саратова. Необыкновенный гармонист. Саратов находится на Волге. Большая река Волга, знаете? Да. Да. Вот на большой реке Волге в городе Саратове проживает Сергей Юрьевич Шалимов. С маленького возраста он начал заниматься изучением игры на традиционной саратовской гармошке. А на сегодняшний день перед вами будет выступать не просто музыкант, а мастер, виртуоз, импровизатор на саратовской гармошке. Сергей Юрьевич лауреат многих-многих конкурсов. Участник различных телепередач по телевидению. Совсем недавно, в пятницу, он выступал на «Поле чудес», там радовал всех своей гармошкой. Сергея Юрьевича слушали не только в России. Он выступал в России в ведущих концертных залах, в Кремлевском дворце съезда. Он выступал в концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге. Это один из наших крупных залов. Сергей Юрьевич выступал в Италии, в Америке, в других странах мира. Поэтому сегодня давайте мы громкими аплодисментами пригласим мастера на эту сцену импровизированную, да? Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про замечательный музыкальный инструмент, про гармонику. Вот, вы обратили на внимание, что у этой гармошки слышно, как звенят колокольчики, да? Эта гармошка непростая и необычная. Называется она саратовская, потому что ее изготавливают в городе Саратове. Какая там река протекает, кто знает? Волга! Правильно, матушка Волга! Вот, поэтому нужно так сыграть на гармошке, чтобы слышно было на другом берегу. Поэтому наши мастера саратовские знают такие секреты, как сделать гармошку самой-самой звонкой, самой-самой веселой, да, задорной. И громкой. Вот, эту гармошечку мы пока положим. Это музейный экспонат. Гармоник мастера Карелина, ей больше 100 лет.